Всем привет, ребята! Меня зовут Алиандр, и добро пожаловать в Мопио! И сегодня, уже по сложившейся традиции, мы играем вместе с братом, вместе с Алексисом. Сегодня мы попробуем уже прокачаться на Северном полюсе. Два предыдущих ролика мы прокачивались на воде, прокачивались в лете и добивались очень даже хороших результатов. И сегодня попробуем прокачаться именно на Северном полюсе. Если ты любишь играть в Мопио, обязательно поставь лайк. И вот эти ребята попали в ролик, так как написали много хороших комментариев. Если ты напишешь много комментариев, попадешь в следующий выпуск. Ну и давайте мы с вами начнем нашу прокачку, нашу, так сказать, жизнь на Северном полюсе с батла. Давай, Алексис, мы с тобой побатлимся обратно до 5 кусиков, да, если не будем сгорать. И в результате я тебе все равно солю, потом прокачаю, и ты тоже будешь йети. Поиграем мы, давай, за двоих йети. На чьей стихии? Ну давай, я, в принципе, могу зайти. Без разницы. 50 на 50. Давай на воде, да? Чтобы никому не было обидно. Вот так вот. О, окей, давай. Все принимаем. Так, короче. Да, все нормуль. Короче, давай так. До 5 кусиков. Как обычно, да? Да, до 5 кусиков, и потом я тебе все равно солю, и потом, если что, прокачаю обратно до йети, окей? Окей. Хорошо, слушай, а сколько тебе массы? В принципе, ребят, посмотрели предыдущий ролик? В прошлый раз я выиграл. То есть мы с Алиандром уже батлимся в пятый раз. У нас счет какой? 4-1? 3-1. А, 3-1? Ты меня разве 3 раза выиграл? Ну да, я тебе выиграл 3 раза, ты 1. Так, ну все, давай, давай, гоу, до 5 кусиков. Кто выиграет? Ребят, пишите в комментариях, кто выиграет, я или выиграет Алексис. Как вы думаете, кто сможет выиграть в этой вот неравной схватке? Сразу кусик. 1-1. Ответочка, не заставила себя долго ждать. 1-1. Итак, ай-яй-яй, очень. 2-1 уже, ё-моё. Так, 2-3, хорошо. Так, нормуль, нормуль, нормуль. Просто так сдаваться не буду, не-не-не. Ну да-да-да, куда же сдаваться-то, а? Реально, с подводной лодки. Просто... Ты маленький, о, 3-3. 3-3. Зря отходил. Да-да-да, я просто не хотел обжечься. Ладно, давай, кусай. Не-не-не. Все, давай последний, 4-4. Кто выиграет, тот выиграл батл. Давай, выиграл, давай. Все, короче, я проиграл. Так и быть. Да, давай, короче, я тебя сливаю, но ты туда не иди. Короче, ребятки, было у нас 5 батлов, грубо говоря. Зайди, выйди оттуда, чтобы не сгореть. Сейчас. Было у нас 5 батлов, и я, получается, выиграл 3 батла, а Алексис последних 2. Вот он учится, и я думаю, что рано или поздно он еще накостыляет всем, и мне в том числе. Вот, хорошо, Алексис. Слушай, я Казуар, подхожу к тебе. Давай. Я вот не знаю, ты меня прокачаешь или... Да, конечно, прокачаю, у меня 2 ляма. 2 ляма есть. Ну все, тогда отлично. А сколько у тебя там осталось? Ой, у меня 630 тысяч. Я сейчас уже вот возле Северного полюса. Окей, давай. О, я сейчас тогда зайду сюда вот на воронку. И тут, если что, сейчас что-нибудь покушаем мы. Вкусное-привкусное. Вкусное-привкусное. Вот о, вот ты здесь, да? Я окей, понимаю, вон, съедай, вот еда. Ба-ба-ба-ба. Съел, молодец. Короче, давай кусай пару кусиков, хотя бы кусика 3 делай пока что, потом я... О, там яйцо, смотри, яйцо внизу, видишь? Вижу. О, давай, съедай, еще стольник. Так, тут еще этот, тут дятел, но я яичко забираю себе. Все, крутяк, я знаю, да, молодец. Так, дятел, уйди, моя конфетка. Это мое, все мое. Все мое. Давай кусай. Сколько там тебе еще нужно? Ну все, уже поменьше. Один разочек. Не, еще раз. У меня 900 тысяч. О, окей, лады. Так, ну ладненько, давай тогда еще раз, и все, я прокачусь. Давай, давай, давай. У меня тоже йети, да, выбирай? Да, выбирай йети, поиграем уже на севере. О, все, крутяк, теперь мы с тобой будем играть на севере. Этот ролик мы с тобой поиграем на севере, посмотрим, каких результатов мы сможем достичь. Знаешь, если здесь будут вот эти вот 5-миллионники лазить, я предлагаю пойти на лето, и на лете мы за 2 йети, я думаю, что разнесем там всех, в принципе. Можем, в принципе, сейчас попробовать, давай тогда на лете. Мы за 2 йети. Монстр слева. Слева? Понял, все, уходим тогда. Уходим тогда, давай уйдем с тобой сразу же на летний биом. И там сейчас мы пораздаем малеха всем. В принципе, казуары нам не страшны. О, бей этого чувачка. Не-не-не, не надо, мы его не догоним. Я уже за ним пытался его догнать, но это неудобно. Ладно, пусть тогда живет. А вот... Убить других чувачков. И ай-яй-яй-яй, казуарчика. О, слушай, вот когда казуарчик на тебя налетает, ты просто включай свою воронку, и все. Сейчас мы и орленочка съедим вот этого вот, иди сюда. Вкусного-привкусного орленочка, да? Да. О, укусил меня, представляешь? Ну да, молодец. Ну, короче, сейчас я буду тогда это... О, смотри, я тут нашел Пуфейс, оказывается. Пуфейс, привет. Можно дать ему даже сделать 2 кусика. Хочешь? Он у нас за китенка играет. По-моему, он же тебе писал, да, что давай в тим, или нет? Пуфейс? Да нет, вроде. Нет, не писал, ты же говорил, я ему не буду сливать, он спрашивал, или мы реал. А, Пуфейс, да, ничего себе, он уже прокачался? Да, он играет уже до... зашел до этого, до кита. А, молодец. Слушай, этого казуарчика бы как-то бы слить. Иди в воронку, ой, иди в этот, пей воду.
Так, все, я пью. Если он подойдет, меня будет бить, я его ударю. Блин, эти лягушки, как я их ненавижу. Они бьют, они прям травят как-то. И пчелы, смотри, я пчел не трогаю, они меня все равно бьют как-то. А, елки, пчелки, пчелки. Слушай, ты тоже напивайся, потому что здесь два казуара, и нам надо сейчас, выходить и уничтожать их. Да, сейчас напьюсь, потому что у меня тоже водичка уже на исходе практически. Кстати, смотри, сейчас орла сольют, я сейчас его, наверное, сам вот так вот добью просто способностью своей. А, нет, не зацепила. Нет, тебе надо быть так, за этим, наверное. Сверху мне нужно вот так вот вылезти. Куда ты его трогаешь? Это моя жертва. Давай. Здесь. Твоя? Ты забрал? Я оглушил, нет. Ну, ты забрал орла, ты забрал, нет? Орла, по-моему, я забрал. Да. Подтолкнул, ну. Да, ну сейчас, короче, вот еще казуара заберу. Так, сюда иди. Дружище, нет, он убегает. Да он очень давай, быстрый, короче, его вряд ли догонишь. Давайте казуаров этих ловить. Ну давай. Догоним, потому что мы можем по деревьях лазить, а они не могут. Да, но они их, знаешь, как быстренько оббегают. Ну, нам главное его глыбинкой поймать, а как, там уже все. Как там говорится, быстрые ноги... ничего не боятся. Да, ничего не боятся. Пускай будет так. О, смотри, два казуара. Чё? Давай их развалим. О, они хорош, тут друг с другом казуары. Еще что-то, они тут валятся непонятно почему. Значит, нужно бить одного. Одного не трогаем. Чё-то не поделили. Другого. О, все, минус птичка. Хорош. А, погоди, он прокачал. На, убей его. Убей ее, эту птичку. Давай, бей его. О, все, нормуль. Ого, казуар меня ударил, но это ты зря сделал. КГ. Казуар КГ, тебе кирдык. Скажу ну, тебе честно. Сюда подойдет, и мы его сразу накажем. Слушай, здесь нет каких-то таких именно больших монстров, чтобы реально было весело их выносить. Там красный дракон на лаве есть. Мы просто с тобой стоим на одном месте. Нам надо чуть по карте порасходиться, малеха. Ну давай тогда пойдем. Вот смотри, сейчас этого гепардика сидим. Конечно, это маленький, но лучше что-то, чем ничего. Все, будем почищать всю карту. Что, подходим тогда где-то поближе к вулкану? Ну давай, вот обойдем вулкан по низу, потом пойдем туда вот вверх. Сейчас, погоди, воды, малеха, напьюсь, а то что-то воды. Давай. Очень быстро вода теряется почему-то. О, сейчас змейку съедим. Змейка, иди сюда. О, кстати, ты на каком месте идешь? Я на 6-м. А, ты на 10-м, да? Да, я на 10-м месте. Да, вижу. Я в топ-10. О, у меня сокол подглушил. Нормуль. Все, вот у нас и еда. Видел, он меня укусил, походу, или что? Даже не знаю. А погоди, у тебя больше массы, чем у меня, да? Да, ну почему? Может, мы сегодня как-то этими 5-миллионниками еще станем? Ну, слушай, было бы неплохо, конечно, бы но докачаться. Уже мы не будем вот так поступать. Нам нужно, например, становиться 5-миллионниками, когда у кого-то хотя бы будет, ну, там, не знаю, 4 миллиона. Слушай, мы с тобой тут горим, ты замечаешь? Наверное, какую-то обнову ввели, и мы тут уже горим. Слушай, я Алексиса только что увидел. Вот мой самый старый ник. Просто Алексис. Да. Представляешь? Ну, да. Я тут тоже иногда Алеандра встречаю. Давай мы с тобой все-таки, наверное, на север пойдем. Там, может, мы с вами с тобой сможем качнуться хоть кого-нибудь в монстрика, потому что мы тут горим. Нечего ну, ладно, есть. Погнали. Давай тогда у нас будет цель, типа прокачаться до 5-миллионников. Да, давай попробуем. Мы, наверное, когда еще сгораем, мы массу теряем, ты не замечаешь? Не, вроде не теряем массу, но просто-напросто у нас пропадает здоровье наше. А если ну, тут да, с кем-то батлиться... Вода очень быстро пропадает. Ну слушай, это, наверное, вот и есть прикол Йети, когда вот мы с тем Йети, помнишь, сражались, то он у нас очень сильно выносил. Наверное, просто Йети стал побольше урона наносить, но зато он горит уже. Может быть. До этого он не горел. У него очень быстро заканчивается. Да. До этого вот он не горел, видишь? А теперь вот что-то ввели, короче. Ну ладно. После обновления, да, пофиксили. Сделали его, знаешь, немножко посильнее, потому что, мне кажется, из 5-миллионников самый сильный это вот этот вот, который после Йети идет. Типа, который на Северном полюсе, знаешь? Ну... И поэтому, может быть, хоть как-то этого Йети, может быть, сильнее сделали, либо... Не, может, знаешь из-за чего? Просто, что он один на Северном полюсе, и, мол, его сделали так, что если ты будешь заходить драконом на Северный полюс, то он тебе должен сливать. А если он, например, заходит... Ой, тут Алеандр, стой, тут этот, как он? Вижу, что это Алеандр, но вот этого можно бить, второго, иди сюда. Чуть-чуть, не хватает, ладно, мы этого тогда Аиксика не трогаем. Да, он его не трогает. Он убегает от нас, он знает, что мы реалы, потому что Алекс и Алеандр вместе бегают, а уже 100% реалы. Да. Я еще в Дискорде написал этим подписчикам, сказал, что мы будем играть на этом сервере. Вот, приходило очень много, было поначалу таких ребят, которые пытались нас сливать, они прям, сколько их было там, по 3, по 4 чувачка? Ну, чуть-чуть было. Смотри, тут Йети есть один, можно попробовать с ним немного побатлиться, если он... Смотри, если это профессионал, сольешься. Ну, посмотрим, он что-то от меня улепетывает. Стой! Да? Стой! Будем тебя мы бить или мириться. Сейчас мы посмотрим. О, все, нормально. Разочек укусил его, елки-палки. В воронку зашел. Вот такой нехороший. А, значит, нубик. Ну нет смысла, он не вылезет, он будет уже в воронке сидеть. Не, вылез, но в воду пошел. Но я, наверное, в воде его не достану. В воде я его не смогу. О, слушай, тут есть, короче, фортиш. В другую сторону пойдем.
портишь. Да, вот у нас. Ой, какой ты вкусненький, елки-палки, почти получилось. О, ледяной монстр! Уходим. Это, кстати, тот чувачок, который нас слил. Убегай на воду, быстренько на воду. Не-не, воронку надо идти, а не на воду. На воде тебя сейчас он быстренько завалит. Нет, я сейчас через воду, потом на лето, и все. О, сколько у него тут есть? У него тут 9.02, так он почти уже черный дракон, поэтому он и хочет. Это ты, нет? Нет, не я. Нет, о, нет. Он сейчас этого чувака сольет, наверное. А я вот зато и говорил. Не, нормально, так пусть сливает и будет черным драконом. Нет, я имею в виду, что это, думал, что это чтоб не ты хотя бы был, понял? Что, где? Ну чтоб он тебя не слил, я думал, это Йети, мне не видно ник. Нет. Я от него убегаю. Угу. Все, я убежал уже от него. Нормально. Он тебя там этот, контролирует? Не выпускает? Да, я сейчас, короче, его оглушу и просто-напросто уйду вниз. Давай, влево беги. Все, я уже в воде, он меня тут ни за что в жизни не поймает. Ну что, влево заходи тогда и все. Сейчас уйду, я сейчас по воде просто пройдусь и все. Ага, вот, ну все, воды я, короче, напьюсь. Иду тогда на лето, обходим. Видишь, на лето? На Северном полюсе нет смысла находиться, уже лучше как бы на лете быть. Ну ладно, попробуем. А у тебя сколько массы теперь? 1,2. 200 тысяч только у меня масса. Ну неплохо, мне у меня 2. 2 ляма. Угу. Все равно не хватит. О, Казуар прямо возле меня появился. О, это, кстати, тот мопио, которого, походу, слили. Я его чуть не слил. Йети, да, который был? Да, который был Йети, скорее всего, что его кто-то слил. Ага. И он стал Казуаром, эй! О, я, походу, сейчас вижу, где ты есть воронки тут. Ой, не воронки, а эти вот булыжники снежные только что разлетались во все стороны. Да, я иду, короче, к речке, ой, к озеру, которое по центру. Я понял, я сейчас так тоже туда направляюсь. Блин, как же нам докачаться-то, елки-палки? Что, как прокачаться? Как же нам докачаться до этого монстрика? До любого, в принципе, монстрика уже так и быть. Я уже не хочу каким-то конкретным, хотя бы каким-нибудь. Мы уже с тобой в предыдущих двоих роликах, если ребята смотрели, они видели, что мы с тобой собирали массы по 4 миллиона два раза. Да, но... На воде я набрал... Не докачались. На воде я набрал столько, вот, а на лете ты набрал 4 миллиона. Слушай, а давай, может быть, реально пойдем в воду, посмотрим, кто там есть. Не, да мы там очень медленные. Если нас еще и кого-то можно поймать, то только тут. На воде мы там никого не поймаем, они заныривать просто будут, а у нас с тобой дыхалки не хватит просто-напросто их переждать. И знаешь, что мне еще не нравится? То, что вот Йети, например, вот реально его стихия — это Северный полюс. Смотри, на лете он горит, а на воде, когда ты прячешься под воду, он, получается, сначала превращается в глыбинку. Там надо два раза нажимать. Если ты убегаешь от кого-то, ну да, надо два раза, но не всегда как бы это срабатывает. И, короче, когда ты убегаешь от кого-то, то ты превращаешься в этот вот булыжник, и да, тебя вот сливают. Меня так уже несколько раз слил этот монстр. Слушай, да он засел еще! Так, идем на воду, сейчас будем слоника кушать. Давай слоника скушаем. Я понял. Я иду просто по лету, по воде сейчас он выйдет с воды, я его тут встречу. Да, аплодисментами. Типа, миллиона на дороге не валяется. Главное, чтобы воронку не нашел. О, все, привет. Он идет в другую сторону. Все, он, наверное, всё, понял, что ему хана. Да. Так, он сейчас вылазит, я его бью способностью, вот так, бам, все, давай, гаси его. Сейчас, все. Нажимай, способности. 2,5 ляма есть. Нормуль, 2,5 лямчика мы с тобой заработали. Так, воды нужно. Надо еще 2,5. Да, надо еще 6 слонов. Уходим и поиграем мы с тобой еще где-то в другом месте. У меня уже 2,7, в принципе, миллиона. Хотя бы, чтобы 3,5 набрать. Да, если я сольюсь, все равно тебе не хватит. К сожалению, если бы еще хотя бы 2 слоников слить. Ну, мне надо еще хотя бы 3,5 вот ляма, чтобы было, и потом ты бы мне слился, мне уже было бы там под 5. Было бы нормально. Отвали от меня. Давай тогда по-бырому пробежимся. Сейчас мы вот этих вот оглушим всех. О, этого чувачка, может быть, я сейчас еще и съем. Пугайчика. Нет, не поймал его. Ладненько, давайте тогда в правую сторону направляться. Это мы дятла не съедим. Не съедим, он меня бьет. Да. Да, плохой дятел. Негодяй. Плохо, что мы не можем никак ему ответить. А вот раньше, да, до того, как, типа, они были пофиксены. До того, как они были читерские, да? Да, читерские. Прям 3 дятла, даже 2 дятла могло слить дракона. Они там всех, в принципе, сливали, там всех направо-налево сливали. Я и кракену сливал, и все. Монстров сливали, монстров, черных драконов сливали. Вообще не было такого монстра, чтобы они не слили. Но сейчас, в принципе, есть такое существо. Это Казуар. Вот мне кажется, что это самое сильное существо на данном этапе, самое читерское существо. Из-за него просто, ну, невозможно проиграть. Там он его и поймать нереально, по идее, да, если, конечно, там прям в лоб не перть на черного дракона или на крабика, то там его нереально просто слить. И ну, так да, вообще он как бы быстрый. Ты никогда не сольёшь. Да, он вообще крутой чувак. Почти еще разок, давай! А тут красный дракон на меня нападает! Ах ты, отвали, красный дракон! Это просто жесть! Я сейчас его солью! Все, валим! А то тут красный дракон подошел! А-а-а! Вали, потому что поймает и убьет. Спасайся от него. Тут еще Казуар может подставлять как-то. Может быть, они в тиме играют? Может, все возможно, но я спасся. Это хорошо.
Это очень хорошо. Вот там красный дракон, видишь, подошел к тебе, но он вроде тебя не трогает. Это не АИКС случайно, потому что там был какой-то АИКС. Внизу маленький красный дракон АИКС. Ага. А вот тот, который за мной гнался, тот не АИКС. Вот он еле от него я улепетал. Да? Слушай, да. Тут у меня тоже уже половина здоровья, мне бы восстановиться. Я вижу тебя. На Северный полюс пойду. Вот так сейчас буду и глушить. О, вот, о, вот, вот, убегай, воронку. Все, погоди. Все, тебе хана. Мягко говоря, тебе хана. О, все, мне, наверное, сейчас козу. Ой, блин, я еще, блин! Ах! Меня еще укусил, и он меня слил. Ёлки, просто жесть. Короче, тут я сейчас с драконом попробую, возможно, немножко побатлиться. Но тут, конечно, есть еще и красный. Красный дракончик. О, сейчас, короче, мы его завалим, прикинь. Я сейчас этого чувака, возможно, даже завалю. А, блин, я его завалил мой, получается, красный дракончик, наш тиммер. Понял, наш тиммер красный дракончик, который завалил его, а меня поймал другой красный дракон и убил. Слушай, я этого фортиша сейчас поймаю, которого ты не мог поймать. О, все, я его сейчас солью. Это, конечно, хорошо, что ты его слил, но обратно произошел казус. Меня поймал черный дракон. Ой, красный дракон, да? Вот. Да, слил. Он, получается, тут вот того чувака, который слил тебя, поймал наш, Горянск, по-моему, это был АИКС. А меня поймал, получается, другой дракон. О, он мне сейчас кусик даже дает сделать. Ничего себе, спасибо большое. Ничего себе, наш только что Горянск мне дал сделать кусик. У меня 980 тысяч. Феникс, да. Ой, блин, у меня черный дракон на меня нападает. Да что ж ты будешь делать? Что тебе надо, черный дракон? Отвали от меня! Фу, капец. Тут, короче, еще один есть черный дракон, у которого 10 миллионов. И он меня уничтожает, прикинь. Это жесть, конечно. О, все, меня сейчас, наверное, сольют. Да, все, меня слили. Блин, кто слил? Меня слил краб, капец. Я гнался за акулой, представляешь? И они резко договорились о тиме и начали меня гасить. А, я понял. Акула меня, короче, замедлила, типа укусила, и краб меня лапой просто ударил, и все. Понял. А, печально. Ну, короче, бывает. Ладно, я вот уже докачался до Феникса, но меня тут черный дракон, получается, просто-напросто прикрыл, и мне кирдык. А, ты Феникс, да? Да. Блин, слушай, я бы тебе помог, но... Не, да ты никак сейчас... не поможешь, тут даже красный дракончик мне не может помочь. Я, наверное, бегу на Северный полюс. Ну, это помнишь, до этого еще было, когда обновление вот у нас еще не было, где-то месяца два назад, то северные животные горели. Все, меня слили, да. Северные животные горели. Бери летнего животного и иди к вулкану. Ой, жесть, просто жесть. Я в шоке. Знаешь, вот от огня, короче, у меня там оставалось очень мало здоровья. Подошел казуар и меня просто последним ударчиком слил. Да, это очень обидно. Что он специально так сделал, чтобы полярные животные не заходили на лето. Ну, не знаю, возможно. Может быть, из-за того, что на лете и так очень много, как бы, всех животных, знаешь. О, ёлки-палки, меня только что... Мне Горянск, прикинь, этот вот чувак, AXP4 Горянск, написал, типа, мне беги. Я ему написал, что не, типа, не буду бегать, потому что тут был этот, черный дракон. И он меня слил. Ну что ты будешь делать? AXP4A Горянск. Ребята, в этом ролике мы хотели прокачаться до какого-нибудь монстрика. И, в принципе, понасобирали где-то 2,5... У меня было миллиона, и у Алексиса там было нормально. Нам немножечко не хватило. Мы доверились своим АИКСикам, и один АИКСик меня слил. Другой не АИКСик, но тоже слил Алекса, и всю нашу массу мы поразбазаривали. И теперь у нас, вот, в принципе, по 200 тысяч массы осталось. Значит, вряд ли мы сможем докачаться в этом ролике до какого-нибудь монстра. Но попытаемся это сделать в каком-нибудь другом видео, возможно, в другом ролике, когда будем играть в следующий раз. Поэтому на этом мы будем свой ролик заканчивать и продолжим уже в следующем видео, когда попробуем докачаться до какого-нибудь монстрика. Если вам нравится, когда мы играем с Алексисом вдвоем, обязательно поставьте лайк. Ну и подписывайтесь на наши каналы, нажимайте на колокольчик. С вами был Алеандр и Алексис. Всем пока!